Но Украина хочет вернуться к партнерству. Не исключает, тут говорит, возможности возобновить покупки российского газа. Заявил об этом премьер-министр страны Владимир Гройсман. Говорит, что рассчитываться за поставки Киев планирует кредитами Всемирного банка. В общем-то, тут ничего нового. Владимир Гройсман также рассказал, что Украина в ближайшее время ожидает получить 500 миллионов американских долларов именно на покупку газа. Но при этом Всемирный банк ставит перед Киевом несколько условий. Ну, одно из них – это урегулирование ситуации с руководством «Нафтогаза». И напомню, ранее было возбуждено уголовное дело по факту вывода 720 миллионов американских долларов из компании «Укрнафта». Это ж сколько на эти деньги газа можно было купить?